Задача на сложение. Задача номер 26. Условия задачи. Белка устроила гнездо в дупле. Днем она принесла туда 8 грибов, а вечером 6 грибов. Сколько грибов оказалось в дупле? Прочитайте ребенку условия задачи. Спросите, какое действие нужно совершить, чтобы решить задачу. Составьте и запишите пример. Чтобы решить задачу, сначала ребенок должен найти форму необходимого числового значения. Форма 8 и форма 6. Далее ребенок составляет эти формы вместе. Фигуры подобной формы нет, ребенок накладывает десятку и добавляет к ней четверку. Помогаем ребенку найти ответ, какое число обозначает форма 10 и форма 4 вместе. Попросите ребенка назвать ответ и помогите его записать.